Приветствую всех, с вами Neil Knight, и в этом видео я снимаю распаковку подарка. Совсем недавно у меня был день рождения, и один из моих подписчиков, даже мой друг, решил сделать мне подарок. Да, попросил все это записать на видео, чтобы поделиться своим впечатлением от полученного подарка. Вот, но попросил внутрь не заглядывать. Да, я внутрь не заглядывал, но подстава заключается в том, что вот здесь написано, что внутри. Там набор отверток. Я не знаю, что это за набор отверток, но сейчас мы это все равно выясним, поэтому, в принципе, я готов начать к распаковке. Так, а я знаю, что это за наборчик. Внутри больше ничего нету. Да, это такой, оба-на, он уже немножечко осыпался здесь. Видно, что вот эта штука вылетела из своего посадочного места. Люди, это миниатюрный набор по ремонту миниатюрной техники, наподобие телефонов, да и, в принципе, не только. Это, да, это классная вещь, тем более она идет наборчиком. Попытаюсь как-нибудь аккуратно все это открыть, потому что оно тут немножечко вылетело из своих посадочных мест. Так, здесь у нас есть присоска. Ну, это да, это чтобы телефоны чинить. Конечно, навряд ли я буду чинить телефоны, но вдруг понадобится. Вот, тут у нас бита есть. А как это все ложить-то так, чтобы это было удобно? Вот, короче, так и положу. Самое главное, это держатель бит, благодаря которому можно будет все открывать. Да, кстати, я вот планировал себе купить что-то похожее, но вот меня опередили, сделали мне подарок. Это шикарно. Так, это что-то, позволяющее закручивать наискосок некоторые болты, по всей видимости. Тоже ништяк. Надо будет потом все это попробовать. Вот эти вот синие штучки, да, они даже практически фиолетовые. Они необходимы для того, чтобы вскрывать всякие пластиковые корпуса. Вот это мне очень понадобится, потому что иногда бывает есть необходимость, ну, что-нибудь вскрыть. Провести вскрытие. Вот. И как раз-таки я планировал как-то себе взять... Я планировал себе взять пинцет. Вы можете видеть, он немножечко выгнутый. Я планировал на Алиэкспрессе купить что-то похожее, там люди жаловались на то, что все они погнутые, и теперь я могу увидеть как раз своими глазами, что и у меня точно такая же проблема. Он погнутый. Ну ладно, я его выгну потом обратно. Так, ладно, с этой стороной все понятно, я потом это положу обратно. Вот, ну вот это вот все вытаскивать я не буду, сразу говорю. Это у нас получается целая куча бит. Они, пипец, тоже мне пригодятся. Вот это, я насколько знаю, намагничиватель и размагничиватель, тоже вещь пригодится. И вот такие вот детальки, которые позволяют тоже вскрывать корпуса, тоже планировал себе приобрести. Блин, большое спасибо. Да, друг под ником Терминатор Т-800. Вот, большое тебе спасибо, потому что мне это пипец пригодится. Не сейчас, может, чуть попозже. А, тут маленькие еще есть. Есть побольше, есть поменьше. Вот это мне все пригодится очень сильно. Вот, ну, в принципе, наверное, больше ничего показывать не буду. Вот такой набор. Здесь было все видно. Мое впечатление такое, что эта вещь для меня очень нужная. Я этим буду пользоваться обязательно. У меня положительные впечатления. Вот. Ну, я не знаю, что еще поделиться. Каким еще можно впечатлением поделиться от увиденного? В принципе, тут все видно, все понятно. И я думаю, продолжать больше уже нет смысла. Вот, да, большое спасибо за подарок. Большое спасибо Терминатору Т-800 за подарок. И вам всем за то, что посмотрели мой видеоролик. Давайте, всем пока-пока.